Каждый год, как правило, в одно и то же время огурчики начинают стареть и желтеть. Это явный признак того, что плодоношение скоро закончится, так как растению уже не хватает сил дальше плодоносить. Как бы там ни было, чтобы справиться с любой из этих проблем, есть универсальное народное средство, которым я пользуюсь каждый год по нескольку раз. В его основе лежит несколько простых ингредиентов, которые есть в любом доме. Если вы не хотите использовать химикаты на участке, а предпочитаете здоровый полноценный урожай, то вам потребуется деревенское молоко, йод, хозяйственное мыло и вода. Йод в составе этого средства – это замечательное удобрение, которое простимулирует рост растения, укрепит его иммунитет и защитит от вредителей и болезней. Он очень быстро уничтожает бактерии и инфекции, которые засели на листьях растения, а также создает дополнительную защиту от грибка. Чтобы сделать раствор на одно ведро воды, нужно развести 30 капель аптечного 5% йода, добавить туда 1 литр деревенского молока и 2 столовые ложки натертого хозяйственного мыла. Если такового мыла нет, можно заменить его столовой ложкой жидкого мыла. Таким раствором необходимо обработать растение из пульверизатора, максимально тщательно по листу и стеблям со всех сторон. Опрыскивание делается либо утром, когда солнце еще не вышло, либо вечером, когда оно уже клонится к закату. В первый раз я использую этот раствор во время цветения и потом повторяю его для профилактики каждые 14 дней до окончания сборки урожая. Это помогает мне собирать огурчики аж до конца сентября.